Дальше, давайте таксишку посмотрим. Ух, ёба, ничего себе. Закинулся. Уехал и не стал ожидать клиентов. Вот ты ничего себе. Фух, всем привет. Пшикнули в нос. Встретился я с ребятами. А что, болеем или что? Миша Стас сегодня. Миша вернулся. Монтажер с отпуска. Ну, как бы и ролики вам монтировал. Всех остальных ребят я чекать не буду, имеется в виду треки. Это может быть только потом, может под конец стрима. А так, когда он в Москве, он ездит за мной. Всегда как водитель. Начинаем мы нашу смену сегодня. У Оксимирона трек вышел. Да ладно! Да ладно. У нас 18 августа. Просто незаметно проходит лето. И знаете, немножко грустно становится от того, что скоро будет дождливая погода, потом зима. Люди уже не будут такими раздетыми, грубо говоря, нарядными. Конечно, своя... А, девки, да? Девки уже не будут полуголые в машину залезать, светить своими письками, да? Ноги закидывать там на сиденье. Эстетика подсъемов будет, да? Но главное не потерять. Да? Не потерять просмотра, не потерять вот ту всю движуху, которая у нас творится, когда мы снимаем ролик. Будем надеяться, что наш канал не скиснет. Я сегодня, грубо говоря, ролик выпустил за 7 часов. Там, пока я делаю реакции, канал не скиснет. Уже почти 500 тысяч просмотров. Это для таксоблогинга, мне кажется, очень крупная цифра именно для Ютуба. В прошлую смену я тоже первый заказ начал с Hyatt Regency. Сейчас снова с этой точки и поедем мы в Балаган. Заказ по примеру, потому что коэффициент 1.60. Такой на элите очень-очень редко бывает. Таксиблогинг. А ты чё? Сейчас-то стало трендом. Добрый вечер. Балаган у вас, да? Да. Внутрь заезжать будем? А? Внутрь заезжать будем? Ну давай. Там платный въезд. Пришел заказ и просит включить шальную... Да хоть сейчас. Императрицу. Если вам будет некомфортно, не нужно... Пассажир попросил ему не звонить, открою дверь самостоятельно, будет сильно нагло попросить вас включить шальную императрицу в машине. Если вам будет некомфортно, не нужно. Мы пьяные, но приличные. Нужно, мы пьяные, но приличные. Я даже не знаю, типа, что должен ответить. Мы вас пропустили? Да нет, тут 16 тонн, где там остановка, там стоять вообще останавливаться нельзя. Вы будете включать там, написали? Нет, это шутка. Шутка? Это шутка для водителя? Ну, она частично шутка. На самом деле, если включить, он будет счастлив, но он просто стыдит. Вам неудобно так, наверное, там места много. Ничего себе, у вас есть управление. Ну, конечно, даже Майбах. Ребят, мы уже чекнули Окси, вы что-то это опоздали. Ты сам контролируешь. Я просто вижу, что... Да вы заебали, это рофл или чё, сука? А вы знали, что Пригожин умер? Я, если честно, до сих пор в это событие не могу поверить. Типа, чё? Пригожин умер. Охуеть. Вижу, что вам не очень комфортно так. У вас есть блог в Ютубе? Да. Можно туда не попасть. Такой же хороший пассажир. Шальная императрица в объятиях юных кавалеров забывает обо всем. Какую следующую? Это моя любимая, там клип такой классный. Да. Мешап врубает. Ну, кстати, неплохо сделали. Как будто в детстве старая, да? Ну да. Это мой любимый мешап вообще, который сейчас... Блин, я точно в школе это слышал. Включать Кадышева, да? Конечно. О, ну они шарят, видите, мешап. Раз, не слушал. Нифига себе, мне на последнем заказе эти чё? Молодые люди оставили, короче, полторашку чаевых. Это целый чайник можно купить. Чайник купить? Оман Хэлл, спасибо. Бля, вот бы мне так на чай на стриме оставляли люди, блядь, подписчики. Пока заказ за заказом прям идут. По цепочке, ребят, заканчиваешь один заказ, попадается следующий сразу. И самое главное, что подачи... Вообще они недалекие, почти сразу же приходят. Правда, в центре не очень удобно работать, потому что навигатор тупит. Приходится на какой-то... Технические донаты это есть чаевые. Ну вот 1500-то я еще пока не видел за сегодняшний стрим. Мышление действовать больше. Иногда просто вот подъезжаешь, условно говоря, там к точке, да? А навигатор рисует, как будто ты уже проехал это место. Ну и в принципе, я пока вам рассказывал эти новости, проехал я поворот.
Мне уже клиент звонит. Алло. 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 Показывает, что вы уже вроде подъехали, но мы пока вас не видим. Здравствуйте. Мы вас даже потом. Здравствуйте, я буду через минуту, потому что навигатор немножко обманывает, моросит в центре. А, все, я понял. Смотрите, вывеска Шпатен, прям ориентир, мы стоим. Ребята, я видел клип от СПБ. Хорошо. Бля, вот мне вроде нравится Майбах, ну, машина. Но брать ее лично для себя, это же бред, наверное, нет? То есть кайф этой машины сидеть сзади, и когда у тебя личный водитель. Не когда ты ей управляешь, а когда ты сзади сидишь такой, типа, вот так, на расслабоне, на чили. Вот, а не когда ты на месте водителя. То есть получается, блядь, если ты будешь эту машину покупать, то ты будешь водителем, а твои какие-то друзья, товарищи сзади будут кайфовать, а ты будешь сидеть впереди вот так вот. Блядь. Не, ну там навигатор. Евгений, да. Вы не поверите. Я такой думаю, сейчас нажму премьер и приедет Евгений, которого я смотрю. И это, блядь, какая-то карма. Ну мы будем неинтересны. Они там говорят, Евгений, можно ваш Bluetooth? Да-да, вы не заезжайте. Нет, Иван, ну только лучше здесь, наверное. Все, спасибо большое. Да-да-да, всего доброго. До свидания. Саня, я так понимаю, у него, я обратил внимание, в основном все, кто заказывает такси, это люди, которые тусуются, блядь, с клуба в клуб, из клуба домой, из дома в клуб, 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 блядь. Вот, например, на экономе совсем иначе, там, по-другому. Но люкс вот этот вот, да, премиум, вызывает только те, кто пьяный, блядь, из клуба или в клуб, короче говоря, то есть тусуется, и все. Всего доброго. Вот такие вот пассажиры должны быть с чувством юмора и с тем, что мы сами дойдем, не заезжайте, потому что очень сложно. Во! Вам музыка мешает? Я знаю. Ой, блин, я думал-то вы не узнаете, честно. У меня сегодня 6-й, по-моему, заказ или 7-й, и все прям узнают. Спустя какой-то... Спустя какой-то... А, я вас знаю. Блин. Серьезно? Спасибо. Вы с кем-то общаетесь или со мной? С вами. Я думал, с кем-то общаетесь. Нет, я вынула наушники. А с бутылкой видели ролик? Хрустящий, да. Это самый популярный из последних фильмов. По-любому она узнала его, точнее, начала его смотреть, когда на моем стриме увидела, как я делаю реакцию. По-любому, по-любому. О, я же говорю. С дедом смотрела. Ну, то есть со мной. А, нифига себе, это такой старый ролик. Нет, ты там считай. 1800 рублей там. Так это Майбах. Бля, интересный выпуск, походу, был. А мы его не видели. Дед, походу, случайно Майбах вызвал, потом в ахуе сидел. Опа, я хуя. Ой! Что происходит? Ну чё, народ, погнали нахуй! Не-не, с другой стороны, Подождите, сломайте здесь. Бля, я думал мем. Или был мем, я чё это сейчас было? Ну куда вы? Конечно, ничего тут не сломаю. Просто я... Чё это было? Это, блядь, видосы или мемы, я не... Просто я... Давай по новой. Давай, я готов скоро домой ебану. Стыковка Союза с МКС прошла без сюрпризов в автоматическом режиме. Едем. А у вас Новодмитровская? Едем в соседнее село. Это пиздец. Новодмитровская у вас? Какой нахуй Дмитровская, подожди. Я ебал тебя в лесу хоть. У вас Новодмитровская улица? Да, да, но что... Подожди, что? Пошел ты нахуй. Спокойно. Ага, спасибо.
Остановитесь! Братуха! А? Ты там как? Блять, что за хуй? Ай, блять, ударился. Нормально? Ты скажи, когда эти женщины пьяные бухают, ты нормально? Ага. Эй! Кому он говорит вообще? Ебаный в рот, гей-гей! Нас остановили. Нормально все? А? Нормально же все? Эмти, спасибо. Их остановили. Блин. Кто? А куда вот так, Лена? Ладно, он правила не знает, но когда жезл будет. Ну, так вы им скажите, а не мне. Вы так... Ты ж нахуй, ты пошел. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ебай. Да все, хватит, началось. А не мне. Вы так... Ты ж нахуй, ты пошел, и ты что охуел. Он просто у меня писю пососудит. Спать хочешь? Спят только, блядь. Зизики нахуй, ебаности. А мужчины не спят, блядь. Так, Эмти, ты че, блядь, разогнался? Блин, ну это капец, я вот сейчас стоял, ждал, пока они выйдут. Они пьяные. Зюзики на месте? Пьяные, короче, у меня камера сдохла. Подожди нас, подожди, не подожди, блин. Короче, я сам завершу заказ, сейчас они дойдут. И просто вот этот бред, короче, какие-то друг друга бьют в машине, мне не нужен. Потому что бессмысленно, это пьяные люди, не факт, что они вообще из заведения. Ага, шарики, шарики. Ну что, ребята, вот такая вот спокойная, легкая смена. 8,5 часов я отработал с ребятами вместе. По заработку неплохо, вместе с чаем 32 тысячи. Если работать купон, чистыми. Могу, конечно, еще поработать, но уже все. Планирую выйти также в субботу, завтра. Я сегодня работал пак. Просто за одну ночь, 32 косаря. Кнопки мой район и катал только центр. Я 197 километров проехал, это немного. Кнопка мой район для элиты достаточно прикольная, потому что Яндекс себе не забирает. С дедом выпуск. Проценты выбирать я по давайте карте, поли Симан посмотрим. Вам удобнее работать. И плюсом того, то, что выходные, как бы заказов много, да, ночью. Ты катаешь на маленькие расстояния и больше делаешь заказов, как бы. А у Яндекса, чем короче заказ... Короче, понятно. Так. Но, ребята, я, кстати, напоминаю, что завтра...